цене Боге подарили свои дары. За каждой радостью обязательно следует мучение. За неспосланное ими славу, богатство и любовь они взыскивают. Они взыскивают кровью, слезами и гнетущей печалью. Посидорно. Последний раз.
следствие заключало, что все крупные события в моей жизни тоже происходили у моря. Мое первое понятие о движении, о танце, несомненно вызвано ритмом волн. Маленькой девочкой я часами блуждал по небу, предаваясь собственной фантазии. Меня захватывала эта игра. Я воображал о себе чайки, парящие над бесконечной морской гладью. Я воображал себя волной, резвящейся среди своих подружек. Но чаще всего я воображал себя парусом. Одиноким, но гордым парусом, который смело рассекает белые гривы волн. На какое дело хочу покуситься? О каких пустяков боюсь? Хозяйки. Но должен я помню, что... Впрочем... Разве я способен на это? Так ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Даже знаю, сколько шагов отсюда. Ровно 730. Но... Но
должны любить обезумевшую стаю птиц. Вы должны видеть истинно добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих. Вот что я называю любовью. Все наполнено движением, внешним и внутренним, осознанным движением. В каждой новой постановке мы скрупулезно выбираем выразительные средства. И главное из них – наше тело. Наше тело, которое способно передать природу любого движения, эмоции и явления. Эта постановка вдохновлена заботой и сохранению самобытности народа России.